В общем, расскажи, Андрей, чем отличается продвижение сайта в Яндексе от продвижения сайта в Гугле? Какие-то кардинальные отличия? Ну, большая часть того, что растит вам позиции в Яндексе и в Гугле, они совпадают. Отличия начинаются там, где разница алгоритма, в силу скорее каких-то исторических особенностей. Ну, например, Яндекс исторически лучше работает с семантикой текстов, и соответственно, там все текстовые истории у него тоже больше развиты. И то, что касается геопривязок, геолокации, приоритета сайта в том или другом регионе, у Яндекса это гораздо лучше, гораздо четче. И, например, запрос, то есть когда мы, например, спрашиваем запрос о пицце, то Яндекс четко всегда определяет, что если это геозависимый запрос, как пицца, то набирая его в Москве, я получу московские сайты, в Казани, казанские, в Уфе-Уфимские. В Гугле это не всегда так. Запрос пиццу он определяет нормально, а многие запросы, явно, что людям нужен местный спрос, он его будет делать как геонезависимый и показывать сайты всей России. И в этом смысле, то есть это отличие нужно учитывать и нужно через... и в Яндексе это гораздо проще привязать, то есть можно привязать к конкретному городу без использования поддоменов и так далее, привязать через Яндекс.Справочник или привязать через Яндекс.Каталог. Яндекс.Каталогом можно привязать до 7 регионов, справочником или под доменами или под папками, неограниченное количество, были бы представительства или псевдопредставительства. А в Гугле это не так, а в Гугле, ты привязался к одному городу, и слава богу. И это поменять, если в Яндексе ты видишь это в вебмастере, то в Гугле ты видишь в вебмастере России, и, в общем, ты ничего не понимаешь, и ты особо это поменять никак не можешь. Дальше это работа с текстами. У Гугла гораздо слабее на данный момент, по крайней мере, в России, антиспамный, скажем так, алгоритм касаемый текстов. И здесь есть дилемма, потому что когда мы пишем текст под... мы сразу выбираем поисковую систему, под которую мы ее пишем, потому что, и в России это в большинстве случаев Яндекс, потому что под Яндекс нужно быть очень аккуратным, а особенно с вводом последних текстовых фильтров. А в Гугле можно пожестить, и это будет лучше. Если посмотреть топы Яндекса и Гугла, в Гугле почти всегда будет плотность ключа, спамность, тошнота, или как ее еще по-разному называют, будет почти всегда выше, и это будет нормально. И еще один момент – это работа со ссылками. То же самое, если раньше Яндекс к ссылкам был очень лоялен, а у Гугла уже тогда был антиссылочный алгоритм, то сейчас антиссылочная история в Яндексе жестче. То есть его минусинск, порог срабатывания минусинска гораздо меньше, чем у гуглового пингвина. И в этом смысле тоже есть отличия, и нужно понимать, что сейчас мы под какой поисковик хотим подстроиться, и именно под него строить ссылочную стратегию, потому что иначе можно загнать под санкции. Пожалуй, это, наверное, основные три отличия такие, которые в нашей работе то, что прям отличается. В остальном, в общем, все схоже. Примерно такие же тексты, примерно такие же ссылки, примерно та же работа над сайтом. Есть еще ряд технических особенностей, но они не так критичны. Если у вас остались вопросы, то оставляйте ваши комментарии под этим видео. И если нужна моя помощь, пишите мне на Фейсбуке. Контакты будут под этим видео.